Тем временем Париж окутал сильнейший за последнее десятилетие смог. Причиной стали лесные пожары и выхлопные газы, заявляют экологи. А в воздухе также выявлена рекордная концентрация вредных веществ – 60% от уровня, что фиксируют в самых загрязненных городах планеты, таких как Пекин и Нью-Дели. Чтобы хоть как-то рассеять смог над французской столицей, мэрия отменила плату за общественный транспорт и ограничила движение личного авто. Для тех же, кто нарушил правила, штраф 75 евро. Только за первые сутки ограничения полицейские выявили около 2000 нарушителей. А местные власти решают вопрос, как навсегда избавиться от проблемы. В планах постепенный переход на электрокары и развитие общественного транспорта.